А мы туристы, мы туристы, мы романтики, оптимисты. Мы высоко заберемся в горы, домой вернемся мы не скоро. Сегодня 11 апреля, он войдет в историю. А мы туристы, мы туристы, мы романтики, оптимисты. Мы высоко заберемся в горы, домой вернемся мы не скоро. 15 заводчан готовы покорить 1569 метров Конжаковский камень. У нас все готово, экипировка, лыжи, продукты. Добрый путь! Новый день ворвался. Очень рад. Мне твой взгляд безумно дорог. Я не знаю почему. В вышине нам светит солнце. Мы по берегу идем, разведя костер. Под вечер вместе мы с тобой споем. А мы туристы, мы туристы, мы романтики, оптимисты. Мы высоко заберемся в горы, домой вернемся мы не скоро. Мы высоко заберемся в горы, домой вернемся мы не скоро. Не всегда легко бывает в путешествиях порой, но турист не унывает, знает он секрет большой. Завтра у нас с вами сложный день. Общий подъем будет в 6 утра. Выход должен быть в 7. Дабы пока еще стоит подмороженное. Доходим по возможности максимум до 13 километра. Разбиваем лагерь. На утро будет еще жестче подъем, общий в 5, чтобы выйти раньше в 6. Мы ложим грунт. Держащий. Это чтобы заточную мазь, по-моему, его там мазать будем, чтобы это клей держался, хорошо мазь. Потому что снег будет утром жесткий, и такая мазь простая просто быстро слетит, и через километр мы на лыжи будем стрелять. Мы встаем легко, чуть свет, чуть заря. Это нужно нам, и это не зря. И накинув рюкзаки, крепче затянув шнурки, и как стая друг за другом вслед, на маршрутах всем привет! Привет! Баяна, улыбка, сливай. Звездные маршруты, костры, меридиан, гитара и мы. Ты посмотри на этот край, Баяна, Улыча, Сыбай. Звездные маршруты, косты, меридиан, гитара и мы. Горная тропа нас ждет, как всегда. Нам не страшен зной, ни дождь, ни гроза. Связкой связаны одной, верхи по скале круто. За полтора часа мы прошли 5 километров. Начинает нашу базу, где восстанавливается Серебрянский камень. Впереди еще 9. У всех бодрое настроение, яркое солнце и голубое небо. Ура! Посмотри на этот край, Баяна, Улыча, Сыбай. Звездные маршруты, костры, меридиан, гитара и мы. Ты посмотри на этот край, Баяна, Улыча, Сыбай. Звездные маршруты, костры, меридиан, гитара и мы. Хочу обратить ваше внимание вот на этот кедр. Ему больше 400 лет. Представляете, сколько в нем жизненной силы? Прислонимся, чтобы напитаться ею. К 12 часам мы добрались до 13 километра, до поляны художников еще 1000 метров, мы туда не пойдем, мы сейчас здесь будем ставить лагерь, отдыхать, и у нас впереди еще 7 километров. Подружкой связаны со мной, словно связкою одной. Сейчас разрабатываем место, пошла лапки. Торит эхо нам в ответ, и посмотри на этот край, Баяна, Улыбка.
засыпай. Звездные маршруты, костры, меридиан, гитара и мы. Ты посмотри на этот край, моя на улы часы бай. Звездные маршруты, костры, меридиан, гитара и мы. Конечно, без физики здесь никуда, без подготовки никуда, но вот психологически делается все легко. Можно сделать много. Наверное, так вот большие дела делаются. Поднимались горы, природа классная, погода отличная. Все, все просто вообще, все карты легли. Погода солнечная у нас бывает нечасто, солнышко не балует редко. Тем более при вашем восхождении на Канджак такая погода была, это большая редкость. Спортивная подготовка очень помогла. Сам поход оказался очень легким, подъем в гору. Все равно вот они с одного завода. То есть вот эта база, вот этот вот завод, как бы общая работа, общий коллектив, она все равно основой является. Команда у вас дисциплинированная, организованная, в меру подготовленная. С вами нам было очень комфортно. И сама идея вот о том, что провести к такой знаменательной дате такой поход, собраться на вершину, это как бы очередная вершина и для людей, и для компании. Свой репортаж с самой высокой точки Свердловской области. Мы возвышаемся над уровнем моря на 1569 метров. Сейчас заводчане уже занесли флаги на самую вершину Канджаковской горы. Да, это победа! Ура! Канджак покорен! Мы выстроились рядом с флагами и передаем привет участникам праздника «Марафон 15». И готовы исполнить гимн трубной металлургической компании. Вырвал для нас счастливый билет. И без того живем 15 лет. Как в океан падает река, так и завод пошел в ДМК. Крепко как сталь, наш союз надежный, созданный на века. Все по плечу. Даже что невозможно, если есть ДНК. Крепок как сталь, наш союз надежный, созданный навека. Все по плечу, даже что невозможно, если есть ДНК. Крепок как сталь, наш союз надежный, созданный навека. Все по плечу. Даже что невозможно, если есть ДНК. Крепок как сталь, наш
союз надежный, созданный на века. Все по плечу, даже что невозможно, если есть ДНК. Если есть ДНК.